Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами узнаем, как выполнять упражнение под номером 148. Прочитаем задание. Прочитайте вслух отрывок из басни Крылова «Ворона и лисица». «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право, сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись». Нам нужно посчитать, сколько в нем восклицательных предложений. В этом отрывке 7 восклицательных предложений. Как нужно произносить эти предложения с восклицательным знаком? Предложение с восклицательным знаком нужно произносить с повышением интонации. Например, «Голубушка, как хороша!» И последнее, в каких случаях такие предложения употребляются? Такие предложения употребляются, когда говорящий хочет подчеркнуть эмоциональность своего высказывания. На этом все. Спасибо за внимание.